Сегодня руководитель Минстроя России Михаил Мень на селекторном совещании сообщил субъектам хорошую новость. Увеличивается доля федерального софинансирования региональных программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Если раньше большую часть расходов, 62%, нес региональный бюджет, то теперь фонд содействия реформированию ЖКХ готов разделить финансовую ответственность 50 на 50. В Чувашии общая стоимость программы, рассчитанной на срок до 2017 года, около 5 миллиардов. Соответственно, республиканские и районные бюджеты должны вложить в общей сложности 2,5 миллиарда. Особых проблем с выполнением программных показателей не возникает, сообщил министр строительства Чувашии Олег Марков. Планируется переселить порядка 13 380 граждан. По первому этапу в республике работа также ведется. Практически все 23 муниципальных образования на сегодняшний день провели аукционы, провели торги, и ведется строительство. И более 500 граждан уже на сегодняшний день в рамках данной программы переселены из 1883 человек. На сегодняшний день у нас остается пока нереализованные программы на территории города Чебоксары, то есть отторговано из 628 квартир 120 квартир. 19 мая должен состояться аукцион. Предварительные участники уже заявлены. Думаю, что после 19 мая мы также данную проблему снимем. И до конца текущего года, как устанавливает сроки фонд, мы всех жителей нашей республики переселим.